Так, значит, я буду бафать, пусть знает что, да? Кулаки, наверное, с костями. Ты Там каски. урарника каски стоят. А, ну ладно. Так, хантуем по 5 не дам. Все, поехали трэш, если надо фастом. Все тут. Опять что давайте. Так. Короче, танков сколько? Вот у Шатастика Трисия и 2 ДК. Ну, значит, 5. Рарник с Шемом пускай бьет. Два медведя потанчит. Я понял, блядь. Хули за невосприимчивость мобов? Как... Как до такого вообще дошли, блядь. Это, Рарник, ты мне дай хоть этот, как он называется, каску, что ли. А, нет, ты по сетам что-то даешь. Ну, неплохо. Рекаунт большой, блядь, надо уменьшить. Вашки кто-нибудь умеет писать? На Вага уже все написано. Дайте вместо медведем что-нибудь другое. Самому писать умеет кто-то Вашки? 5 плюс 1. Что сложного? Так. Шелфир. Никон. Кто там дышит опять, блядь? Кто еще кубы умеет нажимать? На флексе. Крузис точно умеешь? Так. И пятое тело. Так точно. Равениан, да, умеет? Заходим сюда. Вот рыба. А, погоди, это ж Гера. Ну и нахер, не, поменяй меня. Подожди. Гера, сдайте нормально. Гера, проще. Каски, кулаки нормально, блядь, чтобы не 8%. Бля, ну там заанонсите только. Не мороси, короче. Каст закончится у босса, и тогда дается этот тон нахуй. И тогда ты нажимаешь куб. Там куб активируется после каста. Ты в него в любом случае не нажмешь. Короче, не нажмешь кекс гильдии, блядь, пиздец. Вот и все. Это, хукмастер, заходи сюда. Так, пожрите рыбу, распределитесь танки. Кто с медведей на трэше будет? К
Катрисия, ты будешь на трэше? Все, ты на трэше. Значит, это самое. Остальные три танка, кто первый, кто второй, кто третий, распределитесь. Проверка. Каски. Каски рарник дают. Да не даю каски. Ну давай, значит. Я кулаки кресты дал. А фласки кто дает? Свои покупай. Вот теперь ты нормально даешь. Вот кто квест зашарил, вот это вообще молодцы. О, ты дай базара нет. Ты дай по себе каску, а я тебе вот этот дам кулак 10 минут. Убери этот кулак с себя. Я себе БК фласку за 50 голд. Во. Иди еще 10 раз. Я уволю голд. Возьму бесплатно. Дай фласку. Ну теперь кулак дайте, ёкаломана, каску перепия вот всё. И кто танчит трэш? Трэш танчит Катриси, первый танчит босса Ушастик, второй не знаю, третий не знаю. Это любовь. Но мы бы уже стартанули. Не, подожди, сейчас, блядь, мы разбафаем. Дайте столик. Ох уж эти паладины. Ох уж эти ваши элементали воды, блядь, которые... Вообще, можешь которые хрен пробафаешь. Почему-то что записаны, блядь. Да чтоб они сдохли, блядь. Они ж петы. Ебал, я таких петов, блядь. Все, давай. А что не так с элементалями? Пизда им пришла. Чего не знаю. Через поле павер их хуй забафаешь. Все, все готовы, короче. Катрисия, я не знаю, что тебе. А, тебе кулак надо. Слышь, Войт, ты скажи только, когда сжать купу, ладно? Я не хочу с гильдии кикаться. Так, сейчас подожди, ты не кикнешь-то? Тебя кикнут. Каски вон рано. По-моему, однохуйственно. Так, тебе дал, а Дикон с МП5, нормально. Вот все правильно. Вроде нормально все должно быть. Ноль бафов. Плагинских. И за совы можете не заморачиваться, мне МП5 сильно не нужно. Ну, как ноль? Вот я на тебе каску вижу, и МП5 тоже ну, вижу. Ну, только сейчас дали каску. МП5 не вижу, ну ладно. Не знаю, но я вижу. Не, это забагалось. Они просто... Не забагалось, не влезают в фреймы все. Короче, похуй. Ну, с бафом, без бафа мы все равно убьем эту хуйню. Поехали. Нахуй нам бафы, да? Конечно. Мы, блядь, лича убиваем, нам какие-то бафы, блядь, похуй вообще. Ну, здесь обычка какая-то, блядь. Шо баф, а шо не баф? Шо то говно, шо это? Шо я, блядь, доставал свои два волонира сразу, блядь. А диспел будет, а он, ну ладно, подожду. Нет, не будет. Этот мой фер не диспелится. Что-то хилить нехуй, что за хуйня? Вы хоть дамаг будете получать? О! Вот это нормально. Рарник всех его... уничтожил. Ты в обычку сходи, там где косты не тикают. Позови удовольствие. Короче, сейчас я вам кулаки обновлю, блядь, надеюсь, хватит 10-минутную берсу. Так, а у меня что-то... А, вот таймер показывает. Ну, я себе еще 40 секунд чилить. 40 секунд. Да. Понял. Так, блядь, ты смотри, рарник с инвизиблом. Да. Просто умели. Уничтожили просто. Чё? Ушатастик первый, да, в набусе? Я забыл уже. Да, да. Че, куда пошли? Мы ГМХМ пошли. Ага. Только далеко не уходи, тут вдруг кто-то вылетит. Придется заходить, бить, дамажить. Может быть, даже этот вар пригодится на груля. Не знаю, там... Не хватает людей поставить под ебало. Может, кого-то поменять придется. Кого-то кто тупить будет. Или просто так. Короче, сейчас начнется бой. Все очень просто. Когда танки, главное, не забывайте меняться. Вы уже тут были. Геру, нет? Да, конечно. Так, на пул уроне есть, амбро есть, нормально.
Не ловите вот эту тупую. Катрися, бей, что ты стоишь? Хоть чуть-чуть побежь. Блуд книга. Негр в крови, короче, переводится. Бидон, нахуй, ты чё взрываешь печати? Осторожно, бля, ману проебал всё. Чё сейчас делать будешь? Май, не говори. Вспышка 10 секунд. Кубы. Фокус. Чё, ману проебал, да? Хуёво что-то у тебя. Вызов трэш. Нажимайте. Нажимаем. Ну, ромбик. Все нормально. Отпускайте. Все, все на скелетов переключились. Забыли про этого, как он называется, про босса. Все скелетов зергают. Одного там, кто там, инвизибл гриппани. Рар никого фиряет, и ретрик тебе изи. И дамажим. Ну скелетов быстрее зергать. Вот стан ему нахуй, чуть-чуть хуйню. Невосприимчивость, блядь. Скелетов играем. Сед же ебаный по голове. И чё, блядь, там? Ну как ты хочешь, чтобы я играл, блядь? Ну аккуратно, блядь, не так как ты. Ты не попадай под волну. Под волну не попадай, так да. Так я в упоре стою, алё. Так подальше стой. С разных сторон стой, чтобы волны крест-накрест шли от тебя, а не через тебя, блядь. Ну ты посмотри, спасибо, как они... Спасибо за обучалку. Ну вот. За пацанов и двор стреляю в упор. Кубы 10 секунд. Крайсис, на тебе сколько дебаф? Я проебал ману, ебать. Я понял. У меня показывает кубы готовимся, дебаф кубы готовимся. На Крайсисе, трусы страхуйте. Трусы пошли нажимать. Нажимаем. Все, отпускаем. Все, там бесы выходят, пока босса играем. Там лужа сейчас будет, да? Да. Это самое... 2% до перехода. Это, начинайте по мобам ауешить. Про босса забудьте. Вот этих мобов сейчас ауешим все. Переход. Отходим отсюда. Отходим в сторону луны. Отходим оттуда. Там сейчас портал появится. Лужа. Лужа появится. Дал массакру. Все бесов играем. Бесов. Он же Крайсис умрёт. Бесов доиграйте. Только они при смерти будут кастовать по рейду урон. Крайсис, нахуй ты в лужу зашел, блядь. Убейте его. Убейте этого бича. Сказал же, сука, к луне отходим. Шо ты там стоял, блядь? Фулл баф по нему. Просто тыкаю, на кого бог пошлет, на свет небес тыкаю и все, понимаете? Вообще похуй.
скиллы, хилы скиллованные не спасают. Это был гайд на хила, если чё. Так взломание зашло на хилю. Опа, меня куда-то сквозь пол выкинуло нахуй. Ну все, стой там. Я понял, блин. Куда-то лечу вниз, падаю. Катрисе, потаунтишь там, когда скажете ему, когда таунтить с кого? С блудники вместо меня. Что там за дамаг получаете? Шастик, запомни, когда на третью фазу переводит босс, его никогда не таунтят в сторону ворот. Если другой танк засвакает и тебя выкинет за ворота, босс просто и выйдется. Мы всегда так таунтим, никогда не выйдется. Все танки скиллованы у нас в гильдии. Мы три раза здесь был, вот так вот все время делали. Несколько раз танк вылетает за ворота и выйдется. Ну, он не заивейдится в этом случае, потому что второй танк во время каста перебивает агро. По 200 гп, да, печеньки? Да, да, по 200. Если бы босс не, ну, переагрился, то да, заевадится. Ну что, Коля, ты СД залутался? Угу. У кого распыл там есть? Да, 400 гп задала 2 печеньки. Перчатки на распыл, что ли? Не надо на распыл, лучше на сову тогда. Ну... А героический воет поскольку? Че героический? Ну, эти печеньки поскольку ГП? Целка, которые? 500. Да-да-да. 500. Ебануться нахуй. А че? Мало, тебе? Да? Че тебе не нравится? А дохуище, конечно. В смысле дохуище? По стандарту они вообще 700. С чем-то. По стандарту 700? Ну да. Ебанешься. Ну да, хули. Игрок не найден, это, нахуй. Это героическое освещение. Это ты, короче, залутал токен героический и, блядь, на неделе 3 про лут вообще забыл, нахуй. Ну да. Да нет, а хули знаю. Ты это хотел, блядь? Забирает. Ты чё хотел, да, блядь, это... 10 шмоток за рейд уносить, нахуй? Ну, Биг Дэм, допустим, ну, у него этот приор высокий был. От ЕП зависит. Две. Ну да, две печеньки. Ну потому что там... Стресс большой, такие, и если у тебя много ЕП... то ты быстренько эти ГП срежешь, сильно не упадешь в цифрах. Я, короче, очень рад за всю эту хуйню. Это вы, конечно, охуенные ребята. Ну вот, блядь, вы без лута остаетесь. Ну, вы не уходите от босса, если вам что-то с него надо. Я не знаю, кому отдался посох вообще. Шадо, да? Там этому хули децета улетел, я... Журавля теперь придется тебе через обмен давать. Есть там суммон на груле уже или что? Ну нет еще. Летим. У нас что, 500-й маунт или что? Ну да. Не знаю, я уже там. А за что это ГП Shadow Knight? За посох? Да. Ловкость? Он с ловкостью. Да? С ловкостью? Да. Не расслаблялся. Всякую хуйню. Не расслаблялся, все правильно. Да не, это ебаный. Это пусть. Походу из этой серии, которые в рейдовых подземельях жмут, мне это нужно. Да. Да оставь себе, хули, по транс можешь. За ГПшечку отдавай уже, ты же, блядь, залутал. Так, включу ауру воина света. Чистый ниндер. А ты журавля кому-то дал? Нет. Там маг просил. С гдыщ. Ну, Макс Гдыщ это Макс Гдыщ, а он ниже по приору, чем Холь ДЦ. Так что с Гдыщ это с Гдыщ. Там три тела нажимали. Так, осталось два босса по 15 минут. А
Обожженный Василиск. Сквернопотанный. А что, есть ДПС? Есть с этого, с магика? Не знаю, у тебя хуёвый ДПС какой-то. Да. Покажитесь. 16700 всего лишь. А на каком месте? На 9-м. Что маловато, но... На туре, я говорю, надо. Хуйню какую-то, ты должен был не, вообще... Не, у меня он надамажил 17.1. У всех по-разному. Да это нормально, он надамажил. Да я знаю, что... Да мне чуть-чуть еще. Чуть-чуть подзаменить еще две вещички и все. Холь до себя кидай обмен. А хули вы меня сумоните, я тут? У тебя билд на лема старый. Сейчас молнию не берут символ. Берут символ тотема и берут... А, ну отзвук ты уже все качал. Так я играю с молниями. Кого символ не, тотема? Символ ну, тотема, который СПД дает. Ага. Молнию не кастуют. С ними с него просто за шоками спамят. Да не, вначале-то кастует. Да нет, от него можно полностью отказаться. Так, а что ты вначале стоять будешь? Не, пока на КД блядь... цепная и лава, ты все равно кинешь несколько молний. Конечно. Но символа они не стоят, как по мне. Так, ну давайте вот этого вот в первую очередь ебанем. Посмотрим, куда пойдет. Посмотрим. Может быть второй гнем. Там людей не будет на второй гнем. Думаю, что не будет людей на второй ГМ. На второй ГМ хэм не будет. Там ну, друид спрашивал. Я звук ударов. Друид спрашивал, нужен кому-то ГМ хэм? Он бы зашел. Раскрашивал. Друид инвалид. Не, если ему надо, пусть идет хилит. Да, выпал журавль, который, за которым он ходит 100 лет, блять. Ага. С говна. Ну, блять, с говна хилов не было. Мы чё, блять, ждать будем его, что ли? Тут РДшники курить, да, как может, у нас? Не знаю, может он отходил. Значит, этот, кто с вас, Катрис или Шитастик, на двоих стоял? Я не помню, в прошлый раз. Да пофиг, какая разница. Кто стоял? Вон Катрис надо... пишет, короля и тигрил танчит. Все, ты этих двоих танчишь. Стойте, только не спульте. Этот, Хукмастер, ну ты давай на черепке тогда. Знаешь, куда отставлять. Ну а Крош, крестик, там где стоит, там и танчишь этот самый блудига. Так, мне кого? Подожди, тебе уж Шитастик, короче, ты крестик тогда, а блудника ты танчи луну, тоже недалеко от крестика, только смотри, чтобы тебя не откидывало, и избивай ему каст молитвы исцеления. Все, ставлю рыбу, жрите. Так, что у нас по инерам? Два мишки. Давай фласку, вот. Нету фласок, блядь, на эти рейды. Какая фласка? Это ГМХМ, алё. Это считается, а что, это считается РБК нахуй обычная, блядь. Так что, блядь. У вас только в ЛК рейды фласки дают? Только в геру. 25 гер. Короче, в рубинку 25 гер и в ЦЛК 25 гер. Так. Проверка. Пока там агро не будет набрано, никто не бьет. Так, а мне кого хилить, что надо сообразить, Катрисию? Я с эпохами буду сейчас хуярить по всему. Топ рарник вот тут. Да я что-то не видел, он то ли АФК был на сборе, то ли чё.
Да. А если бы он пошел, то этот бы, как он, аист или кто там, блядь, журавль не упал бы. Да выпадет еще, блядь, нормально. Ну, бывает такая хуйня, что бывает по полгода не падает. Топа, ты где? Прием, блядь. Ага, бывает. Залетай сюда. Так, надо масло какое-то намазать, да? Че я без масла, блядь? Ну-ка. А слепоглаза где держать? У меня есть. Покер где? Недалеко от крестика. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Так, сначала смотрим, кто откроется. Так. А кто открылся? Олм, да? Олм. Ну давайте Геру фул ДПС по нему. Собаку. Забирайте их. Диспелить надо. Диспельте нахуй. Вон магов дохуища. Водикон диспелит. И 4 мага. Не проебите рейд только. Че у него там? ХП дохуя? Красноязычие висит? Красноязычие. Да. Красный язык. Косноязв. Так, кастует, да, кто хуйню? Бежали. Кеглер открылся. Тигля. Кеглер объем. Не бейте его. Так. Ну давай, Вадикон по мне и нырок будет откатываться пока. Ой, равник, что там лутаешь? Ебаный сыр, блять, как меня бесит это. Визибл, ты собрал босса там или что это? Это босс на тебе висит? Могу понять. Или он на боссе. Так, что у нас по мане? Так, значит, бидон, ставь тотем, холь ДЦ гимномана. Опа, фокус, что-то сейчас сдохнуть хочет, да? Да задиспельте нахуй уже, пожалуйста. Кого диспель? Она не диспелится. Бля, мужик, ты что, первый день играешь? О, первый день, блин, с циркуля нахуй, он вообще бомж, не понимает нихуя, куда попал. Ну ты, блядь, мелешь нахуй, долбоёб. Мастер, зеленкой там снимай касты. Хули мелешь, если ты не шаришь тут нихуя. Я все шарю. Ну да, я и смотрю. Диспельте, блядь. Так. Крестик открылся, бьем. Ааа, побежал. Кто побежал? Бежим. Куда бежим? Кто еще упадет? Кто? А, отбежал. Я понял, бля. Так, значит, прожимать будет кто? Значит, лукмастер, готовь незыбку. Я ему прошу. А, хорошо. Так, готовь незыбку, хукмастер. Блять, ебаный в рот. Я выкинул обилку с панели. Зачем? Хукмастер упал. Заберите лока. Я поднял хукмастера. Какой-то танк. Так, теперь бидон, ставь тотем и неола гимноману.
Ну, этот черепок, что там, он закрытый? Он открытый, если что, бейте его, хули вы не бьете. Убивайте его уже, быстрее. Так, теперь почилить можно. Да диспеливайте эту хуйню. Так. У Шатастик у тебя 4Т4 есть? Да. Реснее притона. Так, открылся слепоглаз, луна, нормально. Все, вставай. Так, Вадикон, что, еще и нырок откатился у тебя? Я уже отдал. Так, какой-то огонь нас дамажит. Или что это за хуйня? Так, кто-то в ПМ пишет. Королю подбеги, дам иннер. Подбегаю. Давай, иннер. Ага, хорош. Че, он же откроется или нет? Он же. Добиваем. Блять, я выкинул обилку, сука. Зачем ты его кидываешь? Ну... По какому присту-то? Чё он говорит? Шасти Кеннер по... Ну, похоже, ДЦ, наверное, да. Пусть подойдет хоть чуть-чуть. Лучше он по Войду пусть даст. Поздно, я уже дал похоже ДЦ. Так, сейчас откроет через 3 секунды крош. Там через минуту откатится что-то тем, да? Тотем есть. А, вот бидон. Бидон, ставь тотем. Сейчас через 2 секунды. Shadow. Shadow, please, читай на ману. Так, выходим с огнем. Немножко на рендже встаньте там. Весь рейд дамажите. Сука, выйдите с дебафом, блять, говно. Сука, с этим. Как называется там? Бомба. Живая бомба. Живая бомба, ебать. Был бы у меня сейчас фуду записано, на ком типа она отображается, на ком висит. Я бы, блять, вас назвал по никам, блять. Все, король остался. Это полезная хуйня, буду, блядь, забиваешь любую хуйню, видишь, кто что не выносит, блядь, все видно. Хуёво, что во время боя нельзя закинуть на... А, нет, можно, смотри. Можно вернуть было с книжки, а что-то, блядь. Раньше нельзя было. Шо, я слышу ауру, да? Она кончилась. У меня наоборот, фул.
Пока не агрите, сейчас раскидаю две шмотки. Так. Мне в ДЦ сбегаться или в холике оставаться? В холике ДЦ спрашивает. Сейчас подумаем. Так, пояс надо кому-то. Что там вообще выпало еще? Всякая параша, как всегда. А нахрена нужны эти печеньки? Ну я понял, и блядь. И кушать. Апать Т4. Вы слышали? Ну, допустим, апнул и чё. У тебя будет шмотка 260. Ну то же самое, как и Т10, блядь. Ты апаешь Т10, и чё? Подожди. Ну да, там же только эти повышаются. Ну, характеристики. Ну, не только. Не только характеристики, нахуй, еще и тем-левел повышается. Вот если у тебя хуёвый тем-левел, тебя в рейд не возьмут. А если тем-левел нормальный, блядь, у тебя в рейд возьмут, блядь. А если у тебя тем-левел высокий, а ты долбоёб? Ну тогда не возьмут. Ничем не поможет. Возьмут тогда. Пошли пробегать. Возьмут, пока не узнают какой ты и все. Ну я в натуре. А у меня тут на F1 ГП начисление стояло. Это о чем-то говорит. Вот тогда на Синдре кидал там... Бежим, бежим. Че вы? Стали. В реальном времени. В реальном времени. Так, мне кажется, сам Господь прокладывает перед нами тропу. Локи, главное, пробегите. К победе. Так, ну на этом боссе все очень трудно. Там, ну, Рарник, наверное, справится, как в прошлый раз будет говорить, когда забегать, когда нет. С руками. Сейчас посмотрим. Танка на руки выделим. Так. Руки закрывать будете. И мяукать. Короче, я так думаю, что надо, чтобы Хукмастер был на с блуднигой на боссе. Вот. Два мишки на руках. Вот это самый кайф. И мне надо подъебало походу встать. Я понял, блядь. Вы бы на дрэше так быстро дохнули, блядь, чтобы резнуться как на босса. Нет, ты не кот. Ты мишка. В руки закрываете. Так, вот смотрите. Я себя не буду перекидывать, но я буду считаться это подъебал или нет, или не буду. А, буду. Сука, а кого тогда туда закинуть, блядь? Эти все пизды получат. Я сорву агру. Ну хотя и так под ногой стою. А кого туда ставить-то, ебать? Кого-нибудь с броней побольше, типа шаман, паладина, хила. Капала. А Ршаму мы поставим туда? Смысла нету, лучше тогда дамажить. Вон у тебя есть, нахуй, ебано. Арша, о, этот. Фокус. Элем. Конечно, пусть бегает под ебалом. Фокус. Он же со щитом. А, он без щита. Щита. Он почему без щита? Шаман без щита? Фокус нахуй. Без щита никуда не бежит. Ну все, пизда тебе там, сдохнешь, значит, хуево. Не, ну я нет, не знаю. Ну или менять надо, нахуй. Надо менять ДДшников, РДДшников на миликов, нахуй. Давайте, замена есть там какая-то? Потому что, ну, мы не убьем, нахуй. Давай. Милик нужен, а там знаешь, что еще? Милик нужен. В принципе, я могу уходить. Так. Какой РДДшник? Кто может на милика? Нет, у меня милика нет, я могу уступить, Равенин. Так, Равенин, свичаем. Закидываем хулидринка. Хулидринка подъебала. Катрисию на руки. И еще одно тело. Еще один милик. Пойду покурю, пока тут может, у вас шалфир перестрел. Просто за дорогу зайдет, нет? Да вон маг пишет. Че он пишет? Ну, поменять его, я понимаю. Кого? Кого поменять? ЦГД еще. ЦГД еще. Так, с еды еще.
Так. Биг Дэм, ты где там, блядь? Я где? Тут. Ну так заходи. Ну я ванну набирается. Че у тебя? Ванна набирается, говорю, уже. Так, блядь, вы слей ее, блядь, хули. О! Рухан, давай возьмем. Руки позакрывать как раз. И тогда можно будет кота в ДД спекнуть. Катрисию. Нишку, да? Кота. Да. Архан. Ну чё, блядь, все локи вымерли или чё, нахуй? Они, походу, АФКшат. А чё нахуй надо? Шкаф надо. Да он стоит, блядь. Я просто не сумонят. Нахрен никому не нужен. Так, пока там два мага сидите, никуда не уходите, сейчас закроем. И пешку получим. Вот здесь у портала сумоньте, если что. Так, вот. Сразу в Даларан. Вот вы получите. У Шасатастик с этим варом руки закрываете. А у вара есть 4Т4? Так, нормально. Теперь пачка нормальная. Руки закроются. Так, о, хулидринг появился. Сейчас, погоди, я... ладно, похуй. Короче, что есть, то есть. Так, ДЦ или в холике последний сейчас? Просик. А второй в ДЦ тоже. Вот у нас есть ДЦ и холиприст. Да не надо, это самое. Ну, ДЦшник первую это и вторую пати читовать будет под мордой. ДЦшник... Остальных, в принципе. Рэйбл поставь. Ну будь как сейчас ты есть, так и будь. Блядь, надо как-то быстрее, нахуй. Короче, рарник там говоришь, когда забежали и выбежали. На боссе хукмастер МТ, блудника второй по агро держись. Вот, на пулите с пула на хукмастера. И это самое. Руки закрывают, вон, звезда, кружок. И остальные, остальную руку этот, РДДшники оставшиеся закрывают. Ну и все. Это мы уже все делали. Так, сейчас погоди. О, все, уже хулидрин дал кулаки. Это обжигаю тоже я, да? Или второй танк? Ты обжигаешь, вот. Понял все. Ты обжигаешь, босс на тебе держится. Хули обжигать его там, блядь. Шаг влево, шаг вправо сделал, и он обжегся уже, и все. Шаг влево? Да. Не наступайте на лего. Да не идите сразу туда. Так. Кроме танков. Первый это мацкий будет. World Flex тут. Ну принимайте быстрее, сейчас, блядь, рвение нас заберу замену. Ну ебаный по голове. World Flex тут. Катрися, начинаем за спиной босса. Не стоит там. Ой, бля. Ну а чё, блудника, иди, становись хокмастером рядом. Там еще будете, Гэм? Да и что будет? Не знаю, или сегодня, или завтра. Посмотрим. Надо сейчас это убить. Принимайте готовность. World Flex, прием. Вот, он подошел. Топа. Рарник. Крузис. Все, все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, ты справа, я слева закрываю. Там он закрывает, я слева. Так, сейчас будет анский. Пошли под лицо. Срай, срай. Чё, 10, хорошо. Геру, может быть? А чё хули? Кто-то не закрыл. Печка 5 секунд. За спину. Руки смотрите. Дайте по флексу салю. Так ты ж в РД стоишь.
Магро 130%. Кто-то не зашел. А кто не зашел, нахуй? Мудаки, блядь. Зашли под лицо. У вас 2 милика мертвы. 5, блин. Мудаки, пиздец, блядь. Так надо говорить нормально, а не под нос себе. Да говори. Ты знаешь, когда заходить? Дайте. Да. Диванчик. Сука, вот все в этом рейде должны знать, что заходить надо, когда ошеломляющий удар кастуется. Он кастуется 5 ебаных секунд. Там можно, блядь, вокруг босса 10 кругов навернуть, нахуй. Почему так сложно посмотреть на полоску каста ошеломляющий удар и зайти, блядь, под ебло, блядь? Кто-то встанет из шаманов? Нет, нахуй, из-за этой тупости мы сейчас будем тут сидеть, нахуй. Реши хилов. Блядь, ебаный в рот, блядь. Эти печеньки, нахуй, я не знаю, блядь. Мастрес давай. Горой, блядь. Нет, хилов резы. Ёбаный в рот, блядь. Ну резь ты хила какого-нибудь. Что происходит-то, ёптать? Бидон не выдержал, блядь. Рарник, ты там сказал или не сказал? Не могу понять, блядь. Почему такая хуйня? Какой-то... Знаю, говорил. Какой-то, какой-то мудак, ну, наверное. Я нихуя, я понял. Это вы зашли в руку, нахуй. Сейчас я себе добавлю в Вуду, кто хрупкость словит с первой и второй пати. Пизда вам, блядь. Хрупкость. Все, теперь я вижу, кто руки закрывает. Там, если чё, нахуй, под правой ногой босса появляется рука, нахуй. В нее тем бичам, которые под ебалом бегают первой и второй пати, нельзя забегать, блядь. Потому что вы получите замедление и не успеете подбежать под ебало, блядь. Сука. Жрём. Да-да. Илэйн, это кто? Новый чел только что присоединился. 265-й, а? Нихуя себе. Так, Ульдрин где? А, вот он. Так. Так, сделайте, у нас три пала, у меня вот третья аура стоит, сделайте еще броню и на огонь. Во. Проверка. Так, все готовы, на отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Геру. Заходим, Лейбала. Заходим, заходим. Руки под босса. Так, вот на Шелфире, в Ротфлексе и Ирохан вижу. Что-то, что не закрыл. Печь как 5 секунд. Уходим, здравствуй. Слева руки. Руки слева. Слева никто не закрывает. Алло, нахуй. Ац. Боль.
Подъебал вас. Один кто-нибудь говорить? Да, да, тогда я не буду говорить. Руки. Печка 5 секунд. Вышли. С ошеломляющей, потом адский, потом под морду. Зашли. Печка 3 секунды. Выходим. Так. Хукмастер упал. Зашли под морду. Один танк остался сейчас. Внимание, сейчас. Я его поднял. Хукмастер, теперь ты второй танк с ним стоишь. Фулл бафы по нему обновить. Так. Печка 5 секунд. Бидон, ставь ТТ, мы не улогим на ману. Можно стоять. Шли. Не-не, можно стоять, стоять, стоим, 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 стоим. Да, сейчас еще один удар вы стоите, да, все правильно. А теперь уходим. Под боссом руки. Закрыты. Морду. Хил, хил, больше хила помили. Шатастик, притон нарезай. Под боссом руки. Не в тучке закроем. Стоим, 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 стоим. Печка 5 секунд. На флексе 2 стака, я больше не закрою. Все, убегаем, убегаем. Выбежим. Следующие руки надо будет под боссом закрыть. Зашли под морду. Shadow Knight, подойди к ШП второму. Около ноги стоит. Если что, закроешь руку под ногой. Бежали. Руки. Да. Закрывай. Отлично, молодец. Сейчас на следующем адском Shadow дашь на ХП гимн. Изготовься. А, еще ошеломляющие. Адский, я сейчас под морду. На ХП гим давайте. Хоть ДЦ и Ньола тоже, да. А, все нормально, забили. Молодцы. ДТ, детектор. О, детектор механизмов. ДТГ сейчас или че? Че, я подумаю. А да, че, детектор да, норм тринк, что ли? Когда их много. Закрыли. Да их там стакуют, что-то такое. Их надо, чтобы несколько было. Ставьте Делран, портал. Ух ты. Ну забрал. Да ёбаная, блять, поебень.
детектор. Орел, вы Махтеридон закрыли? Да. ЕП-шку дашь? Угу. Так, топор кому надо? Слышишь, Флекс, она тебе нужна? А, да, потестить хочу. Не, ну потестить не отдавайте, пожалуйста. Ну да я за свое ЕП беру, блядь. Не, какая разница? В смысле, какая разница? Не-не-не. Это моя зарплата, я взял все. Да это залупа, отдавайте, если оно тебе нахуй не надо. Ты объект уже так взял. А ты, ты можешь затестить и ну отдать, если не зайдет? Ну через как, она может же зайдет, типа, если еще у типов будет, как я вот ее могу проверить? Так, с этого в инста выходим, летим в ТТГ. Пересобирать буду. Вот. С этого пати можете ливнуть. Че? Сейчас.